Дорогие друзья, на акции, посвященной 5-й глобальной неделе безопасности Организации Объединенных Наций, мы, депутаты городского парламента школьников, обращаемся к жителям нашего города. Мы все являемся участниками дорожного движения, водителями, пешеходами, пассажирами. Правила дорожного движения – закон жизни. Каждому участнику дорожного движения надо понимать, что дорога всегда сопряжена с опасностью. На дороге не должно быть места самоуверенности, безразличию и полумерам в вопросах соблюдения правил дорожного движения. Уважаемые взрослые, водители, пешеходы и родители! Ежедневно на дорогах нашей области в среднем происходит до 10 дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут и получают травмы люди, а что страшнее всего – дети. Помимо соблюдения всех норм и правил дорожного движения, проявите дополнительную осторожность. Водители, не будьте равнодушными к юным участникам дорожного движения. Помните, что можно много рассуждать о несовершенстве наших дорог и трасс, о проблемах в законодательстве, но главная причина дорожно-транспортных происшествий из года в год не меняется. Это грубое нарушение правил дорожного движения. По статистике, в половине дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних виноваты взрослые. Помните об этом, и наши дороги станут безопасными.